deliver that as the third bell.
Thank you.
Thank you.
Ну что, дорогие друзья, сегодня мы с вами присутствуем на очень редком событии. Во всяком случае, в моей жизни это первый опыт, когда в зале, концертном зале Мариинского театра проходит парад тромбонов. Конечно, это инструмент яркий, заметный, выделяющийся даже внешним своим видом в составе симфонического оркестра. Но вот сегодня мы в первом отделении слушали солирующий тромбон, и, собственно, стало понятно, почему, когда этот инструмент только родился в 15 веке, он звучал прежде всего в церкви, поддерживая голоса певчих, потому что вот близость человеческого голоса и голоса тромбона, а кроме того, это еще и хроматический инструмент, у него глиссанды, естественно, в голосе присутствуют, что особенно роднит его с человеческим голосом. Так что вот в такой оперной ипостаси мы услышали в первом отделении тромбон, а настоящий парад, собственно, начнется во втором отделении, когда будут звучать целых 12 тромбонов. И вот у нас здесь нет самого маленького сопранового, а все начинается у нас с какого? С альтового тромбона. А вот какие у него параметры, какие у него характеристики? Ну, начинается от ми-бемоля, малой октавы основной, и где-то на кварту в среднем выше, чем теноровый. Покажите нам его вот с выдвинутой кулисой. Обратите внимание, вообще тромбон, чем отличается от, например, трубы или валторны, да, тем, что у него есть вот эта часть, которая называется кулиса, она выдвигается, и, собственно, так вот происходит процесс звучания, да, сам по себе. А следующим за альтовым тромбоном идет? Идет теноровый тромбон, да. Это самый популярный, да? Ну, это как бы, да, такой основной считается это тромбон, да, сейчас вот. Какой у него диапазон? Диапазон, ну, практически такой, даже может быть немножко больше, чем на альтовом, да, потому что он еще нижние ноты захватывает. Вот. И за счет того, что, вот видите, здесь в конструкции есть квартвинтель, да, он играет ноту в так называемом мертвом регистре, да, позволяет играть. А как вы обратите внимание, на басу еще один квинт-винтель. Это тоже единственное отличие, ну, немножко мензура тоже шире. Ну, и эти квартвинтели, они появились уже в 19 веке. Да, да, да. Это уже, конечно, была доработка. А так, в целом, у нас он сохранился в неизменном виде. Ну, и, конечно, вот этот вот красавец. Это контрабас тромбон. А какой у него диапазон? Ну, вот он как раз захватывает те ноты, которые даже нисколько невозможно взять на басовом тромбоне. Абсолютно. Просто абсолютно другое звучание. Это именно за счет того, что шире мензура, да, и гораздо красивее и полнее звук. А можно нам услышать хотя бы один звук? Да. Давай, может быть, возьмем какой-нибудь там аккорд. Впечатляет. По-настоящему здорово. Ну, а для сравнения... Только тромбон. Да, только тромбон. Красиво, нарядно. Никто и не сомневался, что будет замечательно, потому что симфонический оркестр Мариинского театра – это один из ведущих музыкальных коллективов мира, и все музыканты, которые выступают в его составе, это настоящие мастера, которые при всем том напряженном графике работы, который у них существует, находят время для сольных программ, находят время для камерных концертов. Мы были свидетелями здесь, в этом зале, и мастер-класса валторнистов, и был мастер-класс замечательный Маринуса Комста, литавриста оркестра «Концерт Гибау», затем визит Петера Садло, который также занимался с нашими музыкантами. И надо сказать, что ударники оркестра Мариинского театра, они ударники во всех смыслах, они своих коллег-тромбонистов сегодня не бросят, выйдут вместе с ними на сцену для того, чтобы участвовать в параде тромбона. Ну, спасибо, было очень интересно вблизи посмотреть на ваш замечательный инструмент, понять, что это на самом деле целое семейство, инструментов таких много. Пожелаем вам удачи. Понимаю, что вам нужно готовиться ко второму отделению, есть еще определенные детали, определенные нюансы. Ну, а у вас с вами, дорогие друзья, есть время посмотреть небольшой материал, который мы подготовили о фестивале «Крещендо», который празднует в этом году свое десятилетие, в том числе и концертом на новой сцене Мариинского театра.
то, что мне предложил Давид Смелянский в городе Псков, мощно и каким-то образом блестяще реализовалось за эти 10 лет, потому что, когда он меня спросил, а что, есть у нас вообще молодые таланты, музыканты, когда он меня спросил этот вопрос, я сказал, что да, есть, и очень много, просто их никто в России не знает, они в основном разъехались. Наши потрясающие искорки, новоименцы, теперь они их называют крещендовцы. И действительно, с того первого года, когда первый фестиваль «Крещендо» настолько мощно на себя заявил, он, конечно, не оправдал свое название, постепенное нарастание, потому что первый был уже настолько мощный, и все просто обалдели от такого созвездия, не побоюсь этого слова, уникальных музыкантов, которых понятия не знал, что большая публика широкая не знала о их существовании вообще. Я в «Крещендо» участвовал уже, наверное, 3 раза всего, или даже 4. Сейчас не помню, это все родные мне люди, друзья, с которыми я учился, с которыми я еще был в «Новых именах» в фонде. Это и Денис, да, организатор, с которым мы играли и до этого. И, в общем, это «Крещендо». «Крещендо» — это ведь значение само, да, музыкальное. Это такой взлет, подъем, да, ну, усиление звука, да, в музыке означает. А здесь Денис, наверное, имел в виду это как такой плацдарм, крещендо музыкальная карьера, да, для молодых музыкантов. Великолепный проект, фестиваль, и я всегда с удовольствием участвую в нем. Встречаемся, общаемся, играем. Ищем каждый год во всех регионах эти искорки, и, слава богу, появляются уникальные абсолютно. Сейчас идет команда, которым 9-10-12 лет. Я считаю, что это вообще что-то совершенно феноменально. С Валерием Абисаловичем. Я играл с ним уже летом на его фестивале «Звезды белых ночей». Он очень чуткий и дирижер, которым очень удобно и легко играть. Конечно, прибавилась публика, которая дает тебе силу, энергию, которую ты чувствуешь счастье, когда играешь в таком огромном зале. Это ни с чем нельзя сравнить. Это ощущения, которые просто невероятны, и их можно испытать только от игры на сцене.
Конечно, он очень долго сидел под роялем, наблюдал, как сестра занимается. Наверное, вот в это время и сформировалось желание что-то делать самому. Потом я очень много занималась другими своими учениками. И надо сказать, что пока Саша был в первом-втором классе, он развивался без пристального к нему особого внимания и отношения. Ну, это нормально для педагога, у которого большой класс. Когда он проявил уже какие-то музыкантские задатки, то есть свое видение каких-то вещей, я стала с ним просто заниматься чаще. Но когда начинаешь заниматься чаще с ребенком, он начинает расти быстрее. И вот тогда уже класса с третьего он стал делать такие большие-большие шаги. Конечно, крещендо – это то, что нас действительно очень порадовало, мы к этому стремились. Для нас это возможность очень скачкообразного роста, возможность реализовывать самые удивительные какие-то проекты свои. Вот, и возможность иметь ту дату, которой надо пахать. Как известно, самый лучший стимул – это число. Я для себя поняла, что количество часов, проведенных за инструментом, собственно, не имеет как бы такой весомости, если нет предварительной подготовки ментальной, то есть внутренних занятий, каких-то размышлений над тем, как это будет звучать. Пока ты не услышишь внутри себя, как это будет звучать, вряд ли может получиться вот как бы на ощупь. Есть как бы возможность, что шанс, что на ощупь ты найдешь это, но пока в голове не прозвучит это произведение, как ты его хочешь. Руки, они все-таки следуют за головой. Это случилось 1,5 года назад. Это был первый концерт, мое первое участие. Это было в Сочи, в предолимпийском Сочи. И, наверное, это никогда не забудется, конечно. И тогда случилась встреча с другими крещендовцами, с Денисом и, конечно, Святослав Игоревич Белоза, который представлял всех нас. Это такие воспоминания, которые останутся на всю жизнь. И после этого я довольно много участвовала в проектах Дениса, и мы довольно часто ездили по России. Thank you.
что происходит в Мариинском театре, вот этот постоянный новый энергетический поток, строительство новых залов, театров, просветительских абонементов и доступных абонементов для детей, для интеллигенции. Я думаю, что вот мы тоже здесь попали в точку с крещендо, потому что маэстро сразу согласился на этот концерт, и я очень рад, что, во-первых, многие впервые выйдут на сцену с маэстро и будут играть с Мариинским оркестром. Это для них огромное счастье. Скажем, как мой Максим Русанов, я думаю, что он один из лучших, это абсолютно точно, альтистов мира, живущий в Лондоне, суперзвезда абсолютно в мире. И для него это сегодня такой волнующий момент, несмотря на то, что, ну, в общем, в наших традициях три самолета отменили, пересадки, он был, приземлился только без 15:06, вышел тут на сцену, поиграл 15 минут, все в таком нерве, на хорошем смысле слова. И вот скоро будет концерт. Это по-нашему. По-крещендовцам.